Первое заседание Думы считается торжественным и организационным, но именно здесь решаются главные вопросы. Утверждается персональный состав, формируются комитеты, выбирается руководство. Народные избранники – те, кто был делегирован в городское представительное собрание из районных советов депутатов. Председателем единогласно избран Алексей Дегтев, который возглавлял Думу с 1 марта 2018 года. Благодарю вас за доверие. Не подведу. Глава Самары Елена Лапушкина поздравила спикера городского парламента с избранием, отметив, что Дума прошлого созыва под его руководством показала свою работоспособность. Было много сделано хорошего во благо жителей нашего города, ваших избирателей, всего городского сообщества. Ну и, друзья, всех вас еще раз хочу поздравить с тем, что вы являетесь депутатами Думы городского округа Самара. Надеюсь на конструктивный диалог, надеюсь на конструктивную работу. Сразу после этого депутаты разошлись по комитетам, чтобы в каждом из них избрать руководителя. Всего в городской думе их 6. По уставу именно эти составы работают над нормативными актами и постановлениями перед тем, как вынести их на пленарное заседание. По возвращении за рабочий стол депутаты утвердили предложенные кандидатуры. Прошу голосовать. Кто за? Спасибо. С поздравительным словом к депутатам 7-го созыва обратился губернатор Дмитрий Азаров. По словам главы региона, сегодня исполнительные и представительные ветви власти в Самаре работают эффективно, благодаря взаимодействию, хотя были и другие времена. Сейчас важно придать новый импульс общественному самоуправлению, ведь сегодня вряд ли возможно решать важные вопросы без опоры на мнение жителей. А возможности сделать город лучше сегодня есть. Национальные проекты, инициированные президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным, дают нам уникальный шанс, шанс которого не было у ваших предшественников. Шанс преобразования городского округа Самара. Конечно, очень важно, чтобы в эту работу были вовлечены не только депутаты, но и жители города. В ближайшие 5 лет эти 37 человек будут представлять интересы самарцев. Олег Зверев, Василий Колдашов, Николай Епифанов. События.